Против Боруссии сыграет сильнейший состав «Шахтера». Об этом накануне матча заявил главный тренер горняков Мирча Луческу. Ответить на вопросы журналистов пришел и голкипер донецкого клуба Андрей Пятов. По словам тренера, все футболисты готовятся к матчу в обычном режиме. Луческу заверил, «Шахтер» подходит к игре в хорошей форме. И завтра зрители увидят качественный футбол в исполнении обеих команд. Напомню, завтра донецкий «Шахтер» в рамках 1/8 Лиги чемпионов встретится с дормундской «Боруссией». Да, у Боруссии есть постоянная игровая практика. Они играют в чемпионате, а у нас был перерыв. Но мы хорошо подготовились на сборах. Я думаю, завтрашний матч по важности можно сравнить с игрой в четвертьфинале с Барселоной. Но Барселона сильнее Боруссии, а мы стали сильнее с того времени. Я уверен, завтра мы покажем хороший футбол.